Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 7 октября. Сообщают о том, что ядерные угрозы реальны. Байден заявил о прямой угрозе применения ядерного оружия. По его словам, Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия. Это считает Байден следствие того, что российская армия значительно отстает. Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается, заявил президент Соединенных Штатов Америки. Применение Российской Федерации ядерного оружия может привести к Армагеддону, заявляет Байден.